Меня зовут Анатолий Мороз. Мой рост составляет 196 сантиметров, а вес 125 килограммов. Как вы думаете, как я смог вырасти до таких размеров? А все потому, что я ем только мясо. Вот этот кусочек мяса весом примерно 2 килограмма я зажарю и съем сегодня за ужином. А 6 числа на Рестлофрении я приеду и буду жрать мясо своих оппонентов сырым. Но сначала я как следует его отобью. Чудовище идет по вашим следам. Готовьтесь к морозу.